Арррррр! Морские приключения продолжаются. Это Don't Starship проект. Ловим волну и плывем по волнам. Бермудский треугольник запрыгнуть можно. Я эту штуку встречал, но вне записи. Что это будет, не знаю, но посмотрим. Пометка у нас, если что, останется. То есть здесь вот треугольничек, мы будем знать. Так. Волны, волны. Лопатку я сделал, переночевал. Энд, кстати, тоже засыпает и спит по ночам. Красавчик. В принципе, правильно, нечего там бодрствовать и баловаться. Так, у нас сокровища. В этой серии у нас сокровища. А что дальше? Научная машина. Научная машина, естественно. Так, давай-ка соберем попутно тоже всякое барахлишко. Ага, нам туда. Как тропически. Да нормально, чё ты переживаешь? Так, на этом острове вроде бы были пчелы, да, и свинтус бегал, если мне не изменяет память. Хотя, может быть, я наврал в очередной раз. Так, вот. Угу, место отмеченное. Понятно. Вырыть. Так, обломки костей. Сундук. Нога пирата. Класс. Сапфиры. Пригодятся. Рубин и дублоны. И все. И это все. Где у нас еще? Ага, вот там сокровища. Может быть, до сокровищ кататься? Или все-таки лучше быт обустроить? Нет, давайте лучше быт, потом будут сокровища. Ибо нечего. Нечего разрываться в разные стороны. Так, еда у меня, если что, есть. Я себе тут наготовил барахла всякого. Приготовленные морские блюдечки. Чирикс. Чирикс. Вообще замечательная штука. Будем готовить почаще. Кстати, зря. Я понял свою ошибку. Сейчас посмотрим, что за нога пирата, тоже не знаю. Потому что вроде бы раньше ее не было. Ну, когда я играл, во всяком случае. Доски. Это же прекрасный способ, чтобы раздобыть досок без какого-либо мозготрепства с этим деревом. Горе. Так. Лодочка внизу. Все, вперед и до дому. Будем сейчас, наверное, делать... Что мы будем делать? Так, что у нас нужно для... Ага. Так, две электрические штуковины. Ну и доски у нас все есть. Да, все, можно отправляться домой. Я так думаю. Вперед. Давай. Волны куда? Кабы не в лицо. Ай, зараза, ладно. Будем маневрировать. Таким вот образом. Ничего не попишешь. Погода против нас. Сегодня. До дома не довезут, как говорится, волны. Так, Бермудский треугольник там что-то бушует. Там какие-то каскадные резонансы происходят. Нас это пока не интересует, ну вообще никак. Нам некогда, мы спешим домой. Нам нужно быстренько соорудить нашу машину. Кстати, затапливает островочек. Не знаю, что будет дальше, кабы его вообще не затопило в хлам. Надеюсь, этого не будет, этого не приключится. Я все-таки верю, что такой большой остров не может затопить. Хотя, природу не поймешь, а силу воды так тем более. Ну давай, плыви. Нормально. В принципе, укладываемся во все. Энд, друг, здесь. Если что, гончие, мало ли, или еще кто-нибудь появится, то мы всегда будем здесь. Мы будем готовы встретить неприятеля. А может быть и какой-нибудь появится, опять же, ураганчик. Что-нибудь такое, мало ли тоже, кто знает. Так, нам нужны камни. Камни у нас, благо, есть. Сколько нужно? Две штуковины электронные нужны. У нас они есть. Да, я это все предусмотрел, я это все сделал. Это мы убираем, барахляндию всю эту. Куда побежал? Стоять. Так, алхимическая машина. Может быть, все-таки местоположение как-то поменять? Может быть, не будем мы здесь сидеть? Вот как вот думаете, а? Ладно, рискну, останусь здесь. Не буду, наверное, я ничего делать. Баловаться не буду. Так, алхимическая машинка. Ну, что ты, вот сюда поставлю. Так, бенз. Отлично. Получаем с этого тоже ресурсы, нужные нам. Так, еда. Смотрим, термальный камень, вещь полезная. Пока есть возможность, нужно сделать заранее. Я так думаю, правильно? Правильно. Далее. Так, спальник, сушилка, пальмовая хижина. Три веревки, четыре бамбука. Три веревки, четыре бамбука. Хорошо. Я это учту.
Три веревки, четыре бамбука. Нормально, нормально, организуем сейчас. Нормально, все сделаем. Так, хорошо. Хижина нужна, обязательно. Так, что у нас там? Поднять мед. Угу. Мед тоже возьмем. Трава. Травы у нас практически нет, да, я так понимаю. Ага, понял. Я так хочу есть. Да ты у нас, по-моему, постоянно хочешь есть. Так, темнело, хочу сказать. Травка, нет травки. Это печально. Три, так, веревки, травы побольше надо. Собирать, пока есть возможность. Ну и в сундук потом, в сундук это барахло все положу. Так, ветки хотя бы собери. Блюдечки. Все, подпитался, молодец. А, травка есть. Угу. Кстати, здоровье у нас не очень, поэтому медкутка я сейчас и съем прямо сейчас. Отлично, ящик. Так, пока не стемнело, быстренько. Отлично. Доски. Ну, понятно, все, у нас, как всегда, захламили все, надо будет второй сундук делать. Сделаем второй сундук, потому что, сами понимаете, места нет. Темнело, хочу сказать. И топить нечем. А, полнолуние, все, можно не суетиться. Так, смотрим. Три доски. Зараза ты такая. Зараза, досочки-то я нашел. Да. Нога пирата, смотреть пальму. Так. Угу. Водичка прибывает. А где наш приятель? Честно говоря, даже не знаю. Затопит, не затопит? Ладно. Конструкции. Так. Стена из травы, деревянная стена, каменная стена, известняковая стена, крепкие стены, сегменты. Ага. Dragon Den какой-то, птичья клетка, это понятно. Брусчатка, да, тоже понятно. Мешок с песком, защита от наводнения. Вот, нам нужны мешки с песком. Ткань. Ткань делается... Как у нас делается ткань? Ткань, ткань, ткань. Ага, из... Понятно. Из бамбучика. Бамбук, а, вот он, фу, я уж испугался, думаю, меня покинул мой приятель, хороший, верный друг, соратник, теперь уже. Но нет, нет, ошибался. Все нормально у нас, все в порядке. Так, блюдечки приготовим. Бамбук обязательно нужен, травки пособирать надо еще. Золотые слиточки здесь. Валуны есть. Так, а вот камыш. Нет, камыш это не трава, ну как трава, но... Так, сейчас посмотрим. Термальный камень. Эндотермический костер бы еще сделать позже. Так, а что я хотел там сделать-то? Нафига я вообще поперся за бамбуком? За бамбуком-бамбуком. Что-то мне надо было там, да? А, ткань. Чтобы делать мешок с песком. Сколько надо? Еще разок. Мешок с песком. Так, два. Три... Песка, два ткань. Три песок, два ткань. Два ткань. Три песок, два ткань. Хорошо. Блин, места вообще нет. Хламье. Хламище. Все за это. Загадил здесь. Давай-ка приготовим. Где-то еще были, вот они. Угу. Все, место освободили. Доски. Ткань нужна. Ткань я бросил где-то здесь. Подаль. От своего лагеря. Вот она. Есть такой момент. Так, а получается сколько? 5 мешков? Как в классическом, надеюсь. Дон Стар это было. Раз, два. Молодец. Так. Так. Собирай. Ага, все. Так, давайте посмотрим, давайте попробуем. Что
Что из этого получится? Опять ты голодный, ё-моё. Так, здоровье поправили, вообще меня радует. Серьезно. Конструкции. Так, паркет, мешок с песком, ткань. Ткань. Готово, смотрим. Мешок с песком. Один, да? Четыре. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Мешок с песком. Ну, понакидаем примерно, посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, лодка есть, если что, еда есть, лопатка есть. Давайте сплавим, наверное, за сокровищами. Или же... Ну, думаю, сейчас разберемся. Так, нам нужно для пищи, нам нужна сушилка. Это у нас два уголька и три веревки. Нам в любом случае нужна трава, и шестереночки тоже бы не помешали. Поэтому вперед отправляемся. Ремнабор у нас есть. Для лодочки. Поэтому полный порядок. Так, плыть нужно наискосок. Туда. Плывем. Почему бы и нет? Надеюсь, погода будет на нашей стороне. Доплывем до темна. Хотелось бы верить, что до темна. Ну да, вроде бы благосклонна погода к нам. Сейчас попробуем, проверим. Баунс. Да, нормально, ловим волну. Вот большие бы волны поймать. Маленькие-то фиг с ним. Вот большие они хороши, как раз таки для путешествий самое то. Ну вот видите, здесь мелководье. Отлично. Чуть повыше, дружище. Вот таким образом давай. Кстати, да, в комментариях написали, что первый был Сергей Одинцов, победитель в последнем герое. Это верно, это верно, это точно. Сергей Одинцов. Помню. Хорошая передача. Жаль, что потом уже началось просто... проходное, что-то такое скучное, неинтересное уже. То есть не цепляло. Далее. Так, здесь у нас островочек. Здесь у нас тоже, опять же, различные места с материалами, с ресурсами. Ну, а мы плывем за кладом. Кладоискатели. Ахой! Ура! Ох, как хорошо. Так, отлично. Ой. Немножко кацанул свой корабль. Недостаточно герметичная одежда. Слушайте, там что, открытое море прям так шумит сильно, как будто бы все, Алис Капут вообще наступает полный. Там может быть и шторм разыграться, пока мы здесь балуемся, да? Так, кораблик пока выдержит у нас, выдержит, нормально. Давай, лови волну, лови волну. Вода прибывает, блин. Неправильно поймал волну. Доплывем. Да, нормально все будет, доплывем. Ну плыви, чё ты застрял? Уперся и все. Так, здесь волны стихают. Ага, суша. Да давай уже. Этому дереву нужна стрижка. Какая стрижка? Давай. Ползи, родной. Беги, родной. Обезьяны. Больные. Не попасться бы им. Кто-то рычит там. Гончие. День 10 после полнолуния. Логично. Стоило ожидать, но что-то как-то да. Ай, вот всегда так, всегда так. Куда-нибудь хочешь перебраться, и обязательно появляются гончие. Так, есть ли здесь ульи? Мне бы ульев найти парочку. Я был бы просто счастлив. Ты слышал? Ты слышал, конечно. А, вот свин есть. Если что, есть свин. А это если есть свин, то это хорошо. Правда, темно у нас сегодня. Обсидиановые мачете. Это нам пригодится. Ветровка. Возьмем. Монетки возьмем. И аметист вместо обломков костей. Блин. Ну все, да? Ну да. Вот давай, кусай его. Кусай свина. Вон, свина кусай, пожалуйста. Угу. Так, эту штуку мы пока выбросим. Сейчас будет темнеть, и мне будет очень плохо. Это я вам точно говорю. А, кстати, мне угольки понадобятся. Я заодно сейчас подпалю пару пальм. И мне как раз понадобятся угольки, потому что нам нужно для казанчика, для сушилки. Все это... А, полнолуние, можно не бояться. Ладно, все тогда.
Пойду собирать траву, значит. Хорошо, так, полнолуние у нас продолжается, по-моему, двое суток, да? Че, завалили свинью? Видимо, да. Угу. Понятно все с тобой? Сволочь такая. Я все понял. Ваши намеки я понял. Так, ну хорош, хорош, хорош. Красавчик. Неплохо я их тогда приструнил. А, вот еще одна. Ну иди сюда. Отличная вещь, слушайте. Обсидиановые мачете. Это что-то сверх просто крутое, я так понимаю, да? Не просто какой-то хухр-мухр. А, вот еще и... Костер могу засандалить. А что мне для костра? Что мне костер? Для чего мне костер? Мне костер, походу, нафиг и не нужен был. Ну ладно. Так, что-то с погодой не то. Я смотрю, гамма и оттенок меняется. То есть мы приближаемся, скорее всего, уже к... Ну да, это у нас второй десяток пошел. Угу. Ладно, понял. Собираем по возможности травку и прочую мелочь. Так, ракушки. Блюдечки. Отлично. Мачете оставим на прозапас, чтобы не было проблем. Будем брать его только тогда, когда нам это понадобится. Неплохо так, знаете ли, искать. Сундуки. Полезное занятие. Больше травы, больше. Нужно больше травы. Кстати, надо будет, наверное, себе траву как-нибудь туда переманить побольше, потому что сейчас точно погода начнет портиться. Травы будет все меньше, меньше и меньше. И будет проблема. Острая причем. Мачете, вот вещь-то. А, у нас рассудок сильно падает. Кстати, наверное, веночек бы нам неплохо было, да? 12 цветов. Так, ну давайте подумаем. Термальный камень влажный, песок, экипировка, куртка, да, ветровка. Ну, вещь-то полезная, но, опять же, надобности в ней никакой пока. Блин, вечно барахло какое-нибудь остается. Срезанная трава. Ладно, цветов у нас и там достаточно. Нам бы сейчас... Так. Как-нибудь справиться с другой напастью. Так, вот там островок соседний есть. Что-то очень много пауков здесь, я смотрю. У нас на острове таких нет. Оно и к лучшему. Наверное. Я так думаю, да? Что за опять крики, дикие вопли просто? Будут кидаться сейчас, да? Угу, угу, угу. Понял. Какашками. Полезная штука, будем собирать сейчас. Ну вот и все. Что и требовалось доказать. Оно-то мне и надо было. Оно-то мне и было надо. Так, что бы такого выкинуть-то? Даже выкинуть-то нечего. Зараза. Факел бросим. Зря сделал впустую и утопил же его сразу. Так, хорошо, Мартыхай. Сейчас, 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 сейчас. Простите, пожалуйста. Чихнул просто. Оу, рассудок у нас, видимо, от мачете, да, так? Работает. Да нет, что-то здесь другое. Здесь явно не мачете замешано. Так, земля. Волны против нас. Это неприятно. Главное, чтобы корабль у нас не сломался, наш импровизированный пока что. Наша черная жемчужина. Так, вниз. Просто вниз, аккуратненько, меж волнами. Так, течь. Ага, 122 корабль. Плохо. Но пока ремкомплект использовать не буду, потому что, ну, ни к чему, мне кажется, да? И строго надо данную мачете
Я думаю, прям строго брать только по нужде. Просто так смысла нет, потому что у нас рассудок вообще падает, смотрите. Очень все плохо становится совсем. Так, уже куски от корабля. От лодки. Какой уж там корабль, если бы. Да плыви, что ты... Ну ай, вот в интерфейс упирается мыша. И все, вода прибывает. Ничего-ничего, доплывем. Немножко остается, потерпи. Так. Ач! Жалко, не хочется мне потонуть-то здесь. Я вот, кстати, никогда не ломал полностью лодки, даже не знаю, что там происходит. Исследовать подозрительные пузыри. Подозрительные пузырики. Блин, сейчас какой-нибудь кракен там появится. По-моему, здесь что-то такое было. Если мне не изменяет память, я помню случайно. Тоже так что-то нажал исследовать там, что-то посмотреть. Бацаньки, появились клешни. Ну, не клешни, вы поняли. Тентакли. Из-под воды. Так, рассудок совсем плох. Быстренько, 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 быстренько. Давай, 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 давай. Выгружаемся. Выгружаемся. Домой, 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 домой. Мачетку брошу. Мачетку брошу. Скорее всего, она сильно, да, у нас так гасит наш боевой дух. Ну-ка. Да нет. Может, нога? Нет. Какой-нибудь камень очередной волшебный. Ёк-макарёк. А в чем проблема? То есть мне, может быть, я, не знаю, замерзаю или что? Или я промок до такой степени, что мне так плохо? Что может быть еще? Что может калечить мой дух? Деньги? Жадность? Ну, уберу. Ветровка. Нет? Ё-моё. Да что ж такое-то, я даже не знаю, у меня подозрений уже нет. Что, что, что со мной не так? Мясо монстра, что ли? Оно не может так пагубно влиять на меня. Вот зараза-то какая. Вот, сейчас получше стало. Я просто, наверное, мокрый был, и у меня рассудок совсем поплохел, да? Так, у нас здесь должны быть цветы, немножко пособираю для приличия. Ага, вот они. Глядишь, да и... Веночек себе за сандалию. Так и да. Ну так и да. Так, ладно, змеи. Мне сейчас до вас дела никакого нет. Уже темнеет. Поэтому пойдем греться. Так, хорошо. Термический камень, отлично. Что ж, здесь я серию закончу, не будем растягивать сильно, потому что больше 30 минут это уже просто извращение получается, и смотреть это не очень удобно. Палки. Все, остаемся ночевать. До новых встреч, хорошего настроения, будьте здоровы, что будет дальше, будем смотреть. Ну а пока, всем пока.